Сейчас привет, сноубордисты. У нас на улице конец февраля, резкое потепление. У вас осталось немного времени поехать покататься, но, в общем-то, мы не об этом. Мы вещаем из новой локации, это новый магазин Squad, который называется у нас VR Freeride. По ассортименту этот магазин рассчитан на более фрирайдный сноубординг. Соответственно, здесь есть какие-то уникальные сноуборды, которых нет нигде, не только в Москве, но и, наверное, в России. Если вы смотрите это видео, то уже, скорее всего, техническое открытие произошло. Официальное открытие мы тоже хотим сделать, пригласить всех наших друзей. За этим следите в соцсетях. Теперь немножко расскажу, как доехать до нашего магазина. Это метро Таганская, фиолетовая линия, номер 7 она называется. И вам нужно выходить на улицу Большие Каменщики, это выход номер 4. Адрес такой, улица Большие Каменщики, дом 15, и вывеску Squad вы, собственно, увидите, подходя уже к магазину. От метро это буквально 3 минуты идти. Так что заходите к нам, смотрите, что у нас есть, может быть, успейте что-то купить и поехать еще в весенние лагеря погонять. Так что ждем вас и всего доброго.